Одесский путешественник Руслан Верин достиг Ирана. На велосипеде он уже преодолел более 3000 километров. В соцсетях он делится впечатлениями от дорог, местной кухни и ведения сельского хозяйства. Вот так вот, ребята, есть канавки, они текут, не знают, откуда эта вода. И вот поливают поля вот таким вот методом. Вот он выкапывает, закапывает потихонечку, как видно. Я наступил, но нормально. Вот, и он делает так, чтобы все поле полить. Вижу ресторан «Зейтон». Вот этот чудак стоит мне и машет, типа, мол, приходи попить. У меня как раз закончилась вода. Он мне отфильтрованную набрал, две фляги. Вот, после этого... What is your name? Pervis. Pervis. Pervis Abdulhani. Pervis Abdulhani. Для нас это тяжело, но... And what is your name? My name is Rizab Muhammad. Rizab Muhammad. Резап Абдулхани. Вот, и внутри, хочу сказать, вот наконец-то встретил, что такое этот иранское гостеприимство. Дали чай, после этого говорят, будешь есть? Я говорю, такой, да, ну, типа, не знаю. Показывают мне, мол, типа, выбирай. Я говорю, ну, я не знаю, говорю, а сколько денег? Они говорят, да какие деньги, давай, типа, мол. Ну, я говорю, ладно, сами на свое усмотрение. Я напомню, цель Руслана Верина – Сингапур. Там он планирует оказаться через полгода. Свое путешествие он начал месяц назад. Уже побывал в Молдове, Румынии, Болгарии и Турции. Супчик какой-то, короче. Сейчас будем и лаваш.